Нос отмерз. Нос! Говорю, отмерз, пойдем! Все, мы работаем? Здравствуй! Шапку! Ой, я не заблокировал 10-12 айфон свой. Дорогие панцовчане! Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с Олегом Игоревичем наконец-то нашли время, самое время, чтобы поздравить вас с Новым годом. Год, который должен для вас стать одним из самых лучших, потому что это год собаки. Будем гавкать! Между прочим, Иван, будь любезен, наведи вот на это животное. Между прочим, лисы – это семейство псов. Псов, да. Соответственно, этот год наступающий, 18-й, по-любому будет наш. Да, абсолютно. Год и, естественно, ваш, да. Потому что вы наши, вот, прекрасно наши сказал. Наши адепты. Мы очень благодарны вам за вашу верность, за вашу отзывчивость. Я вообще кашляю, там ничего не слышно. Да, мы желаем вам не болеть, потому что бронхит – это враг певца. На самом деле, этот год принес нам огромное количество подписчиков, огромное количество новых друзей, людей, которые следуют нам, с которыми мы переписываемся, и которым мы очень благодарны за ваше доверие, мы благодарны за то, что вы с нами. Мы также хотим поздравить с Новым годом наших учеников, людей, которых мы видим каждый день, с которыми проживаем свою жизнь. Мы желаем вам здоровья, мы желаем вам счастья, успехов, удачи, постоянно работающего голоса, всяческих, самых огромных сцен. Я очень люблю вас. Будьте с нами, Fox Sound. Мы любим вас. Вы самые лучшие, вы талантливые, умные, способные. Вы можете ставить самые красивые, креативные, главные цели в своей жизни. И вы наверняка, я это знаю точно, добиваетесь этого. Добивались в этом году и будете добиваться в наступающем 18-м. Помните всегда, вы и только вы самые способные и самые... С Новым годом! С любовью, Fox Sound. С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом! Да.